20 августа, накануне праздников Дня города и Дня шахтера, на площади имени Кирова состоялся песенный баттл «В голосе». Инициатором и организатором песенного сражения выступил коллектив Краснолучского центра культуры. За победу сражались 8 краснолучан различных возрастных категорий. Игра состояла из 3 этапов. В первом этапе участников разделили на пары. Они исполняли песни на выбор. По аплодисментам определяли сильнейшего. В итоге от каждой пары оставался один участник. Моя бабушка курит трубку, черный-причерный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый моряцкий казак. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром. Болели за участников, присутствующие на мероприятии, краснолучане и гости города. Для них организаторы подготовили различные конкурсы. Побеждая в каком-либо из них, болельщики приносили плюсик для участника. Танцевальный конкурс среди болельщиков определил 3-го финалиста, ранее не прошедшего в финал. В финал вышли 3 участницы баттла – Светлана, Анастасия и Зинаида. В нелегкой борьбе сражались конкурсантки. В финале прозвучали песни известных исполнительниц – Ваенги, Ханны и Надежды Кадышевой. Победительницей стала самая взрослая участница – Зинаида. А я вовсе не колдунья, я любила, не люблю. Это мне судьба послала, грешную любовь мою. Не судите строго, люди, пожалей меня, родился. И так же не сумею, но не выберет. Благодаря спонсору праздника, частному предпринимателю Игорю Москаленко, финалистов награждали дипломами и подарками, а проигравшим вручили по 10 куриных яиц. В завершении все желающие краснолучане и гости могли потанцевать под любимые музыкальные композиции. Это не единственное мероприятие, посвященное Дню города и Дню шахтера. На этой неделе в учреждениях культуры будут проходить музейные выставки и танцевальные вечера, которые подготовили для земляков работники культуры, народные мастера и аматоры. Кульминацией праздничных мероприятий станет день 28 августа. Традиционно утром состоится утренний молебен о погибших и умерших земляках-шахтерах. В 17:00 Дворец культуры имени Ленина приглашает краснолучан на торжественное мероприятие, посвященное Дню города и Дню шахтера. Лучшие из лучших – рядовые труженики предприятий, организаций и учреждений, внесшие значительный вклад в развитие предприятий и города, будут награждены почетными грамотами и благодарностями. Также в этот праздничный день ряды почетных граждан города пополнит еще один наш земляк. Праздничный концерт с конкурсами, розыгрышами, приятными сюрпризами ждут краснолучан на Зеленой аллее возле Дворца культуры в этот же день в 19:00. Лучшие исполнители, мастера вокала и хореографии, народные умельцы представят вам свое мастерство. Для жителей города будут организованы выставки, интерактивные площадки, праздничная торговля. Хорошее настроение организационный комитет мероприятия обещает и приглашает всех желающих на праздник.